Дворовая практика – совместный проект Центра внешкольной работы и волонтерского объединения «Акбар». Он направлен на создание свободной среды для общения и интересного времяпрепровождения. Одна из точек реализации проекта – детская площадка на улице Силкина. В рамках дворовой практики там прошло мероприятие «ЭКГТО». Комплекс очень большой, точек будет несколько, каждая точка тематическая. И на точке работают наши ребята, которые студенты и аниматоры, как раз участники проекта «Дворовая практика». Программа ЭКГТО была посвящена основным правилам заботы об окружающей среде. Волонтеры и сотрудники Центра внешкольной работы рассказали юным участникам об экологичном транспорте, животных из Красной книги и рациональном потреблении. ЭКГТО посвящено экологии, где дети будут узнавать, как беречь природу, землю. Один из этапов – это будет экомаркет. Дальше у нас будет один из точек – это экотранспорт. Одна из станций будет направлена именно к Красной книге России. Проект «Дворовая практика» решает образовательные и воспитательные задачи. Он реализуется на нескольких площадках города в разных форматах и темах. На площадке «Молодежка» проект «Лето в кедах». Это больше спортивный проект. На площадке по улице Павлика Морозова реализуется проект «Добро не уходит на каникулы». Это проект волонтерский. Площадка Силкина – это универсальная площадка. Здесь проект «Прокачка». В нем несколько проектных линий. И площадка по улице Московской – проект «Путешествие и игра». Это национальные игры, игры народов России. Мероприятия дворовой практики дают молодежи возможность проводить активный досуг. Подвижные игры и соревнования на свежем воздухе особенно актуальны в летнее время. И одновременно с физическим развитием инициативы Центра внешкольной работы и волонтерского объединения позволяют узнавать новую полезную и интересную информацию. Анна Разуваева, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24».